Ивановские каратисты вернулись с международного турнира «Кубок Босфора 2019». Во многом благодаря вкладу наших ребят России удалось завоевать третье общекомандное место. Из 16 представителей региона 14 завоевали медали различного достоинства. Наше участие в нем было важно тем, что это просто международный опыт, потому что ребята у нас достаточно юные, еще ездили на этот турнир, самым старшим 15 лет был. Вот. Ну, это такой, как сказать, задел для будущих побед, на самом деле, желаемых побед на международных стартах. Золото международного турнира удалось завоевать Ивану Соколову и Егору Сидорову. Причем Егор занял первое место как в командном, так и в личном кумите. Он провел 4 боя. В финале сразился с ивановцем. Это был наш мальчик. Мы с ним уже много раз встречались, работали. И под концовку, когда уже осталось 15 секунд до конца, мы с ним поработали. 2-0 я выиграла. Представительство на соревнованиях было серьезным. Турнир в Стамбуле собрал 1300 спортсменов. Самые многочисленные команды были из Турции, Греции, Египта, России, Ирана. Спортсменам приходилось выступать даже в позднее время. Выступил плохо, проиграл в первом бою, в личном. Ну, в связи с тем, мне кажется, что категория началась только в 11 часов вечера. Вот. И тренировался, значит, на тренировках, готовился плохо. Успех на турнире, хотя и повод для радости, но совсем не причина, чтобы отдыхать. Ребята намерены трудиться еще больше, чтобы показать свою мощь и характер. Например, когда ты вот выигрываешь, не мотаться по углам, а, например, работать, продолжать дальше. Вот. И, ну, мощнее атаки делать. Впереди у юных каратистов первенство Центрального федерального округа, как возможность пройти отбор на первенство России, которое пройдет в Нальчике в конце апреля. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.